Всем привет, дорогие друзья! Сегодня постараюсь снять видео «Один день из жизни Финика». Буду периодически его снимать, показывать вам, чем он занимается в течение дня. Купила вот такую вот вкусняшку. Редко такую покупаю, потому что не считаю ее особо полезной. Кто там плесет? Костя уже с голыми ногами. Бегать начал человек неугомонный. 2 недели у нас выпали из жизни, из-за болезни. Он только лучше себя почувствовал и решил побежать. Вот сегодня первый день. Че, собака? Сейчас буду мыть тебе лапы, да. Ставлю пока камеру вот так. Может, что-то интересное получится снять. Пойду мыть нити лапки. Ой, Финька прям играет на камеру. Ну все, отдыхай, зайка, покушал, теперь можно и поспать. 3:30 вечера, Финик первый раз вышел из гамачка. Опять подкрепиться вкусняшкой. И покакать, да, судя по запаху. Посмотрите на этого человека. Это все ковид. Это Ой, не я. Он тебя теряет. Сейчас 5 минут искал Финика. Так я. Мы вдвоем искали 5 минут Финика. Потом по всем закоулкам под диванами. Его нигде нету, я думаю. Говорит, ты его что, доставала? Я говорю, конечно, доставала. Я его потискала на диване. Почему закрыта клетка, и там провисший какой-то силуэт, или как это сказать? Продавленный гамак. И тут я вспоминаю, что я его посадила на место полчаса назад и покормила уже.
У меня 30 еще нет. Ладно. Потом поснимаю.